Весь лежать. Сидеть. Голод. Голод. Стоять. Ко мне. Своего напарника немецкая овчарка Кейси слушается не просто так. Практически все свое время, начиная с тех пор, как в 2017 году поступил на службу, Давид посвящает воспитанию этой непростой по характеру сотрудницы. Поначалу я ее побаивался, честно говоря. Она немножко такая своеобразная была с характером. Хотя была еще щенком, ей было 6 месяцев. Вот, но уже такой характер был у нее строптивый немножко. Приходилось как-то налаживать контакт с ней. Вот, как-то лакомством поощрял ее. Теперь за 4 года они не просто нашли общий язык, но практически стали лучшими друзьями. Даже во время отпуска Давид приезжает навещать боевую подругу или забирает к себе домой, что, по его словам, очень нравится самой Кейси. Здесь, в кинологическом городке, проходят тренировки. Собак готовят к их служебной деятельности, а также к соревнованиям. К слову, сегодня, 21 июня, Давид и Кейси должны были уехать в Подмосковье на такие соревнования, но даты перенесли из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Здесь же живут остальные пушистые сотрудники. Здесь сидит Забава. Ну, она сейчас спряталась, не видно. Вот. Малинуа порода. И вот здесь Нора. Наша самая молодая. Работа в кинологической службе всегда призвание. Верный товарищ, хороший напарник, собака становится своему кинологу близким другом. После того, как собак списывают, так называется уход четвероногих сотрудников на пенсию в связи с возрастом или проблемами со здоровьем, кинолог частенько забирает свою собаку домой. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».